Всем привет! И сегодня мы снова находимся в Байкленде на Можайском шоссе и поговорим с вами о новинках бренда MCP. И мы представляем вашему вниманию две новых куртки. Городская куртка Crow и туринговая куртка Napoli. И сейчас мы рассмотрим их более подробно. Городская куртка Crow. Ее особенности. Вентилируемые расширители рукавов. Присутствуют утяжки на самих рукавах, что в подмышках, также на предплечье. И существуют утяжки по бокам, что позволяет для вас подстроить куртку идеально под свои размеры. В холодную погоду наличие теплой подстежки внутри куртки позволит чувствовать себя комфортно на мотоцикле даже при сильном ветре. Внутри куртки существует два кармана, как на подстежке, так и под подстежкой. То есть, если вы отстегнете подстежку, вы не потеряете их количество. Помимо этого всего, существует карман влагостойкий для документов, что позволит сохранить их во время дождя. Куртка имеет классический покрой, что немаловажно в условиях города. Она идеальна по длине и имеет светоотражающие вставки, как на груди, на рукавах и на спине. В темное время суток вас будет очень хорошо заметно. А теперь мы поговорим о туристической куртке Napoli. Что это такое? Длина куртки прекрасно защищает вашу поясницу во время поездок в холодное время года. Также у куртки существуют затяжки на рукавах и по бокам, что позволит вам пододеть под куртку достаточно теплый свитер, затянуть куртку, чтобы защита не болталась. Поскольку это туристическая куртка, в ней имеется большое количество карманов, как на груди, по бокам и внутри. Куртка имеет защитную оболочку waterproof, что позволяет ей не промокать во время сильных дождей. Сама оболочка находится внутри самой куртки, она вшита, то есть не будет вам мешать в ваших передвижениях. Рукава куртки имеют расширитель, который открывается для вентиляции и расширения самого рукава. И помимо этого всего, его можно открыть сверху вниз, что позволит добавить лишней вентиляции и не убирать ширину рукава. Вентиляционные отделения имеются на куртке в нескольких местах. На плечах, на спине и на рукавах, что позволит куртке очень хорошо продуваться и проветриваться. Куртка имеет идеальную длину для длительных поездок, а также большое количество светоотражающих элементов на рукавах, на карманах, на плечах и также на спине, что позволит быть вам тоже более заметными в темное время суток. Новинки представлены во всех салонах Байкленд по очень эргономичным ценам.